В новое здание детская школа искусств переехала в конце августа. Теперь она располагается на Советском проспекте, дом 150, неподалеку от Дома культуры. Несмотря на то, что времени на подготовку было немного, школа открыла двери для своих учеников, как и было запланировано, 1 сентября. Новое здание у нас принадлежит бывшему детскому саду. Оно для нас более подходящее, более приспособленное. Классы очень просторные, что очень хорошо для художественного отделения. Но также мы, конечно, нашли классы и для музыкального отделения, для индивидуальных занятий. В помещениях, где раньше резвились детсадовцы, теперь звучат не только детские голоса, но и музыка. В классах уже установлено музыкальное оборудование, а первоклассники музыкального отделения в новых кабинетах уже освоились. Акустика здесь хорошая, самое время разучивать новые песни. А ребята художественного отделения, наоборот, любят тишину. В новом просторном кабинете места хватает для всех. Сидя за мольбертами, малыши рисуют осенние пейзажи. Кто-то на своих работах изображает места, где хочет побывать, а кто-то – свои родные края. Простора здесь больше. И света, конечно, больше. Такие окна большие. В общем, шум с дороги не мешает? Шум с дороги? Нет. Не обращали даже внимания как-то. Не до шума нам. Сейчас в школе искусств занимается около 200 ребятишек. В ближайшем будущем юных талантов в учебном заведении станет еще больше. В связи с переездом руководство школы запланировало расширить сферу оказываемых образовательных услуг. Уже через месяц, в октябре, в Красавинской школе откроется хореографическое отделение. Екатерина Елина, Максим Тятов, Антон Карев, телеканал «Русский Север».